Так, в общем, в гости приехал эксперт в области... Косоксологии. Да, поэтому сейчас мы будем говорить об этом, и вас ждут 5 вот выпусков. Вот такие девочки. Так, приветик. Привет. Слушай, я частенько читаю твои комментарии, и там тебя... Мои комментарии? Может, комментарии, которые пишут мне? Так, тебе там пишут, что ты ведёшь... Что надо сойти ты... с земли. Нет, ты, короче, типа ведёшь себя так, как будто это математика, когда говоришь про секс. А, ну смотри, я могу рассказать про то, что сексология — это такая же наука, как и математика. Просто математика нам нужна для того, чтобы считать, а сексология для того, чтобы находиться в гармонии со своим партнёром и с собой. И, соответственно, получать максимум удовольствия от процесса. Угу. Так, ну давай сегодня поговорим о технике восьмерка. Нет, ну, возможно, и о технике восьмерка. Ребята. У меня все-таки, смотри, короче, А, ну хотя, да, давай поговорим сперва, как нужно правильно лизать, там, делать куни, какие техники есть, а потом расскажешь, как правильно делать минет. Ну, у меня большинство процента смотрят мужчины. Поэтому сперва про куни, а потом про минет. Нужно взять фаллос и рассказать про то, как правильно делается минет. Но тебя-то смотрят мужчины, а это полезная информация для женщин, поэтому... Про куни? Ну, про куни, да. Ну, давай начнем с куни. С моего любимого. Так, ну какие вот ошибки допускают мужчины и вообще ты любишь так, это смотри. Дело и так далее? Нет, что? Куни и я? Нет. Короче, большинство мужчин, они в принципе не могут об этом говорить, типа, ты чё, я лежу? Нет, ты что, господи? А смотри, как ты относишься к таким парням, вот, которые частенько у меня, кстати, в комментариях встречаются, они говорят, вот там Володя, он нашел Володя? Себе место на параше. Хорошее имя, Не, ну там, допустим, Володя отвечал, у меня есть знакомый Володя, он ответил то, что он любит куни, там он делает, и его определили, короче, с парашей. Какой прекрасный мужчина. Ну-ну-ну, что-что? Его запилили? Да, и они говорят то, что на зоне ему объяснят. О, Господи. Ну, вот что это тебя... у тебя фолловеры. Как ты считаешь, почему, как бы, ну... Вот, вот я не знаю, почему, и, в принципе, вдаваться я... Ну, все же делают. Я не знаю. Ну, ну а ты делаешь? А, так давай это оставим пока. Что ты хочешь сказать? Смотри, вот сколько у тебя было мужчин? Нет, это как бы закрытая информация, у меня был только один мужчина. Так, ну ладно, больше вот этот один мужчина делал у тебя куни? Конечно. Так. В смысле? Не лижешь, до свидания. Это такое, знаешь, когда на Тиндере вот так свайпаешь там или что-то там делаешь на сайте знакомств, сразу должна быть какая-то строка, делаешь ты куник или нет, потому что, ну если нет, то точно сразу пока, ну неинтересно, not interested. Так, ну давай расскажи, какие техники есть. Самая главная техника, это техника восьмерка. Знаешь про эту технику? Короче, ладно, я не буду это показывать, потому что мужчина должен чувствовать это все в потоке, находясь со своей женщиной, с партнершей. Вот, техник на самом деле много. Но самое смешное, короче, я лучше расскажу о факапах, которые могут допускать мужчины. Потому что, ну, как бы... Лизать тоже нужно уметь. Нажми на паузу. Потому что... Хочу порекомендовать моих друзей, которые занимаются визами. В общем, делают все в кратчайшие сроки, все на высшем уровне. Очень актуальная тема, поэтому пишем в Телеграм. Ссылки оставлю в описании. Мы говорили про куники. Не лижешь, не подходи из разряда. Сразу. А, что ты хотел узнать? Ты хотел узнать, как так, правильно... Так, ну как стать, как вот заполучить этот золотой язык? Золотой язык как да. получить? В смысле? Ну, стать мастером по куни. А, как мужчине стать мастером да. по куни? Ну, первое, нужно хотеть это делать, потому что мужчина не делая, аж подавилась. Куник, вы теряете очень большой поток энергии. Я же тут не только как бы про сексологию рассказываю, я еще рассказываю про энергетические балансы. Короче, от куника получают удовольствие на самом деле и мужчины, и женщины, потому что пока мужчина делает, он очень сильно возбуждается. Не знаю, как бы, Глеб, правда это или нет, может, ты ответишь. А для женщины это момент расслабиться. На самом деле многие женщины не могут принимать куник, то есть они не могут расслабиться, они не могут представить, что кто-то там между ног у них что-то там... Нет, что ты, я вообще
никогда, никогда не пробовала это. Никогда. Точно так же, как и секс. Никогда. В общем, короче, на самом деле техник, так классно было. Их очень много. Вот. Я, короче, сейчас самую интересную расскажу. Самое интересное, наверное, это когда ты алфавит рисуешь. То есть это типа... Ну, мало того, что это интересно что-то там понимать, но ты, понятное дело, ничего не понимаешь, когда там тебе пишут алфавит, вот. Но это интересно, то есть мужчина выписывает своим языком буквы на клиторе девушки. А какой алфавит? Ты какой хочешь, английский, скорее всего, а лучше французский, потому что французский он как бы мяу. В общем, а техники восьмерки, я сказала, это самое классное. Так, про технику восьмерка, ну, это а у тебя на канале, ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании, да. Да, вот. Техника восьмерка. Так, еще... У меня там еще очень много техник скоро будет, очень-очень много. И также скоро я буду рассказывать про секс-игрушки, так что... Смотри, вот таких топ-5, короче, вопросиков сейчас тебе задам про куни. Вот от каждого мужчины примешь куни? Нет, только от любимого. Угу. И какие-то вот самые распространенные ошибки в куне? Сейчас я даже это покажу. Это пытаться своей рукой делать вот так вот. Это же не терка, елки-палки. Это нежная, нежная часть тела. Не надо ее вот это вот так вот тереть. Так, и бриться не нужно перед куником. Так, это что... третье, четвертое. Нужно подключать руки. Руки можно подключать, если ты умеешь это делать. А вот эти непонятные телодвижения делать не надо. И самое главное, не надо бриться перед тем, как идти к своей любимой на свидание. Потому что наждачка, она не очень приятная. Как бы. Mm-hmm. Так, и еще такой момент... Так, пятое, да, получается, самое последнее? Я не знаю, я сбилась с счета. А какой темп нужен? Вот быстро нужно лизать или медленно? Смотри, для каждого по-разному. Это нужно с партнером своим четко все понимать. И обсуждать тоже это нужно, тоже. Не надо молчать. Типа, секс для немых – это, ну, такое себе, не очень интересно. Обсуждайте все в процессе. Кто-то любит быстро, кто-то любит медленно. Кто-то любит быстро-медленно, кто-то любит seven. Так, и получается, мы не переключаемся, это первый выпуск, сейчас мы будем выпускать, и также мы будем уже снимать следующую тему. И обязательно подписывайтесь на мой канал. На мой канал, да. Тоже подписывайтесь. Вот, и до скорой встречи.